И о спорте. Сегодня в краевой столице стартовал 23-й турнир по кикбоксингу памяти Юрия Иванова. Эти традиционные бои проходят в спорткомплексе «Победа». Такого масштаба турнира в нашем городе не было очень давно. На сегодняшний день 500 участников. Это достаточно высокий уровень соревнований, и мы этим гордимся. Соревнуются спортсмены в категориях «фулл-контакт» и японскому кикбоксингу К1. Это более жесткий вид боев. Например, в нем разрешены удары коленями. Турнир завершится 7 февраля. На него приехали спортсмены со всех регионов Сибирского федерального округа. Победители получат право выступать на чемпионате и первенстве России, которые пройдут в апреле в Ульяновске. На ринге встречаются бойцы разных возрастов, самым младшим из них 12 лет. Сегодня бои шли среди детей и юниоров, а уже завтра на ринг выйдут взрослые спортсмены. В рамках поединков болельщики смогут увидеть нашего земляка, мастера спорта международного класса, члена сборной России, чемпиона Европы Андрея Пилюгина.